Is everything all right? Yeah, you can come up. Jake, I know this might sound stupid under the circumstances, but I am glad we came back here. Yeah, the place is beautiful. Still, we can't forget what we came here for in the first place. All right, let's focus on the goal. Come on! Здорово, бандиты и бандитки, с вами, как всегда, спикер, и продолжается зеленый от 100 дней выживания при максимальной сложности без смертей. Мы продолжаем путешествовать в джунглях Амазонии, и берите вкусняшки, берите попкорн, берите бабушкины пирожки, и мы идем дальше. Мы идем в джунгли, мы пытаемся найти что-то интересное в джунглях, в пещерах, я нахватал много всего, а мне нужно сделать, наверное, броник сейчас. Потому что у меня много костей, мне жалко их выкидывать. Нужно проверить наш броник прямо сейчас. 15%, а тут 81, нормально, здесь 53. Вот этот броник нужно поменять. И броник металлический 25%. Так, пока оставь на себе. Мне сейчас нужно найти листья банана, срубить один листок и сделать броник из костей. А мне нужно еще много веревок. Ну, есть веревки, надеюсь, этого будет достаточно. Вон листья банана вижу. Берем наш топорик. Сейчас мы нарубим. У нас время утреннее, да? А нет, вечернее. Скоро стемнеет, нужно возвращаться домой. Но я не хочу все дело выкидывать. Все дело мне пригодится. Кости, мясо, все пригодится. Все. Есть листья. А, давай. Лист банана. Изготовить. Делаем броник на руку. Так, мне нужны веревки, нужны кости, да? Броня из листьев. Нет, мне нужно сделать из костей броник. Так, вот так, вот так, и еще один, кажется. О! Броня из костей. Все, сделали. Но места не хватит, мне кажется, чтобы поменять броник на этот броник. Так, погоди, нужно сделать вот таким макаром. Нужно впендюрить его вот сюда. У-у-у, как много места он занимает, да? Хорошо, хорошо, погоди-ка. Так, стрю. А, не влазит. Камни выкидываем. Камни к черту не нужны пока что. Так, погоди. Это реально, поменять нужно. Проще поменять на ноге. Так, кости. Кости тоже выкинуть. А стрелу мешает. Стрелу наверх, кости выкинуть. Броник мы впендюрим все-таки сюда. А, перья мешаются. 7 перьев. Обалдеть. Куда вас впендюрить-то? Ну, давай, броник. О, залез, наконец. А, меняем броник. Как это все сложно, как все это неудобно, вот так. А этот выкидываем. Не тот я выкинул. Да что такое? Броник, вернись обратно. Отойдем чуть в сторону. Так, броник выкидываем. 15%. Все, мы проверили броник, мы сделали 94%. Ну что, теперь забираем все остальное, что мы выкинули. А кости, камни заберем и возвращаемся домой. Все, потратил кости маленько. Костей потратили. Возвращаемся мы домой сейчас. Сколько здесь попугайчиков? Обалдеть. Так, нужно подняться наверх. Я спустился вниз. А, можно подняться, без проблем. Здесь у нас красивый водопадик. Только главное не упасть отсюда. Там какой-то проход еще туда идет. А, я знаю, там у нас райское место. Там нет ни туземцев, никого там нет. Там можно выживать, а не знать бед. Слушай, тут у нас много деревьев.
Но это гораздо дальше от лагеря. А, он находится вон там. Кстати, я далеко убежал от нашей базы. Могут прибежать туземцы и все дело разрушить. И опять мне строить заново. Да я их уничтожу всех. Я заблудился. Слушай, бандит, я заблудился. А есть бразильский орешек? Так, мы грибочки заберем. Они против паразитов. Они пригодятся. Ой, сколько здесь грибов-то это. А? Хрю-хрю. Бразильский орешек я здесь не вижу. Ну, орешек находится возле этого дерева. Я показал в одном ролике. Нет, здесь нет. Орешки там. Так, бежим домой. Вон мой домик. Берем палочку на ходу. Туземцы не прибежали, все на месте. Да, костры горит один и второй. Так, пока у нас завал прогорает. Кто он там, кстати? Показалось, нет. Он там кто-то был, нет? Или у меня галюники опять? Так, 6 часов. О, как тяжело бегать. Мясо много принес, костей много, нужно все дело выкидываем. Сейчас напьемся воды, потому что я бегал очень много. Так, камни. Камни здесь выкинем. Камни нужны будут обязательно. Кости нужно выкинуть. Мясо выкинем сейчас. Так, кости мы сюда бросим. А, мясо много. Бананы я принес. Ух, обалденно. Слушай, жалко, столько еды пропадает. Я хочу съесть бананы. Раз бананчик. Второй бананчик. Мяса много. 4 куска мяса принесли. И поднимается наше здравомыслие. Да, кушаем мяско, все офигенно. Мясо у нас не сушится. Ни в какую. Нужно делать эту постройку прям в домике. Я уже делал такую постройку, уже темнеет, в домике, и нормально сушится мясо. Но горит, идет дождь, и поэтому мясо у нас не сушится. Ну все логично и правильно. Так, длинные палки есть. Так, нужно выкинуть мясо. Кстати. Сверху нужно листья принести. Так, мы сделаем уже здесь дверь. Мясо, мясо, мясо. Кидай мясо сюда. Некуда больше его девать. Только его жарить остается. Так, 4 куска мяса. Все, скинули. Погоди, погоди. У нас есть еще мяско же. А, вот так. Все. Так, у нас темнеет. А у нас темнело, мне нужно листья, чтобы сделать вот тут уже укрывное. Здесь у нас нету укрывного. И не будет никакого. Просто дырка. Пойдем. За листьями пальмы. Мы наберем листья пальмы. Если найду, конечно. Так, пеньки, пеньки, пеньки. О, пальма. Нашел. Так, так, нормально, нормально. Забирай. Давненько я не видел туземцев, кстати. Вот, знаешь, реально большая группа туземцев. Хотя бы 3 туземца было бы. Я бы с ними посражался. Так, все, нахватал максимально, что ли? Ну, побежали. Побежали домой. Делать крышу. Так. А, костер еще горит, мяско еще жарится. Можно еще раз-два сбегать и сделать крышу. Идет дождь, а в ночное время очень фигово все видно. Да ни черта не видно. Так, все, 6 нахватали. Там, кажется, нужно 12, либо 13. Чтобы закончить крышу. А, 16 надо. Мне еще нужно 4. Так, 1, 2, 3, 4. Нет, 3. О, есть. 6 взял. Ну что, друзья, обустраиваем все лагерь. Как вам лагерь? Пиши комментарии. Так, все закончили, да? Нет, погоди, еще не закончили. О, теперь закончили. Бросим здесь листья, пригодятся. Так, ну что, есть 2 крыши, это здорово. Мне нужно еще достроить еще один каркас. И ставить здесь уже можно. Так, спать не хочется почему-то, потому что, возможно, у нас... Мы потому что много мяса едим, поэтому у нас много энергии, и нам не хочется спать. Вот в чем беда. Видишь, как бы получается бессонница у нас. Так, еще кусок мяса есть сырого. А, можно его приготовить. Да, это мясо приготовилось. Сейчас заберем. Сейчас опять наем, кушаемся мясо, и опять нам не хочется спать. Понимаешь, вот такая дичь происходит, когда у нас много мяса. Так, съесть. О, видал энергии, сколько подняли. Слушай, а нафига нам спать? О, слушай, у меня идея. Давай доживем до 100 дней и не будем спать. Только есть мясо. Как тебе идея? Пиши комментарий прямо сейчас.
А мне тебе идейка понравилась. Это как, знаешь, как в The Forest. Мы играли 100 дней, и я ни разу не спал. Потому что там не нужно спать. Там и так все офигенно. Так, камни большие появились. Можно их взять, принести, а домой к себе. Так, бросай камни. Все тихо и спокойно. То есть у нас будет появляться бессонница. Я не буду придавать этому значению, но, возможно, будет падать здравомыслие. Но я проверю, насколько это будет эффективно, интересно. Мы это дело, конечно, проверим. А, возможно, здесь можно сделать даже и дверь. Здесь сделать дверь. А вот здесь, я не знаю, комнату сделать. Вообще нужна эта комната. А вообще нужно вот этот каркас. О, погоди. Сухой лист есть. Ну-ка, сейчас мы глянем, куда сможем впендюрить стену. Стену мне нужно впендюрить. А, видишь, стена не стоит здесь. А здесь будет мешаться коряга, наверное. И тоже не смогу поставить стену. Да, в принципе, к черту, погоди. Главное, есть крыша над головой. Это дело уберем. Все, крыша над головой есть и уже уютно. Уже есть костер. Потом мы сделаем вот тут костер. Но мне нужна глина для этого. Так, нужны длинные палки, чтобы сделать вот эту стеночку. Земцев нету, пока все нормально. Пьем воду, продолжаем. Спать не будем, у нас есть еще кокосы, нужно просто их выпить. И добыть из них чашки, чтобы было гораздо больше воды у меня. Так, добыли, но еще не чашки, нужно добыть вот так. Вытаскиваем мякоть. Еды здесь реально вау. Даже на максимальной сложности еды очень много. Так, две чашки появились. Мне уже не страшно эти джунгли. Я уже реально мастер выживания. Так, накидали. Можно еще все чашки сделать. Выпить. Добыть. Сейчас будет у нас 6 чашек. Так, добыть сразу. Места не хватит. Ага, не хватает. Добудем мякоть. И чашка пускай валяется на земельке. Так, сюда ее. О, чуть правее. Еще правее. Вот так. Так, добыть надо. Кокосики. Кокосы, бананы добыть надо. Спать не будем. Мы будем есть много мяса. У нас есть кокос, углеводы, жиры поднимаем реально здорово, все 100% всегда. А мяса будет больше у нас, мясо будем убивать гораздо больше. Но человечину больше есть не будем, потому что голеники вообще маленько напрягают. Вроде туземцы появляются, но они исчезают. Вот так. Так, наша печка. О, готова печка практически, да, готова. Так, есть у нас много дров. Да, палок много. Сейчас... О, готово! 15 древесного угля. Забирай все. Взять все. Одна зава получается. Это не то, что я... Погоди. Еще есть. А, еще зава есть. Так, три завы. Да. А заправляем снова печку. У нас есть много угля. У нас есть зава. Пускай пока она у меня... Сейчас попрет. Сейчас, друзья, все дело попрет. Кто там слева был? Показалось. Никого нету. Ночь. Дикая ночь. Мы не спим. А 12 часов ночь только начинается в полном разгаре. Так, я хотел пиявку убрать, потому что падает здравомыслие. У меня опять какие-то галлюцинации. Прет. Иди отсюда. Ну видишь, опять здравомыслие падает. Пиявки эти. Буквально чуть-чуть падает, и все, и говорит, надо с ним вступать. Так, все, перемешиваем. Делаем для воды, делаем дома. Камин делаем. И будет все офигенно. Много дел, очень много нужно строить. Так, у меня чего-то много. Погоди, у меня очень много, мне тяжело ходится. У нас мясо, кокос есть. Мясо, энергию поднять. Вот так, бросили пару килограмм, уже гораздо проще. Так, все, бамбуковая палка. А где я найду ее? Погоди, вот эта задача. Вот эта задачка. Где я найду здесь бамбук? Вот это меня ошарашили сейчас. Мне нужен бамбук.
Бамбук, бамбук. Так, можно, смотри, выкинуть кирпичики и закидать снова, пока у нас идет дождь. Сейчас мы выкидываем кирпичики. У нас сразу есть три залы. Так, но мне нужно печку. Так, кидай залу. Мне нужно печку сейчас оформить. А с утреца мы пойдем, наверное, все-таки мы пойдем за бамбуком. Наверное, придется идти нам туда, на пристань, где находится крокодил, леопарды, туземцы тоже находятся. Опасно, конечно, спору нет. Опасности нас подстерегают. Так, накидали половину, мне нужна еще такая же половинка. Так, толстое бревно, одна штука, да? Личинки валяются, нужно их забрать. Так, давай сюда толстое бревно, будем делать все равно и это тоже, хибарку. Чтоб уютненько было, офигенно было. Мясо вообще не сушится нифига, а мясо забрать я уже не смогу отсюда, видишь, проблема еще. Да уж, проблема за проблемой. Так, воды, воды, пьем воду, пьем воду. Бамбук, бамбук. Где поблизости можно найти бамбук? Только идти на пристань, только там. На второй локации, но это не вариант, конечно же. Бамбуковая палка. Все, дальше строить я не могу. Так, давай-ка перемешиваем. Печку забиваем сейчас. Да, проблема, конечно, с бамбуком. Сейчас бегаем за палочками, накидаем в себя 100% палочек. Пойдем-ка в лес. Спать нам не хочется. У нас много мяса есть. Сейчас пойдем за мясом и прям, знаешь... А вот броненосец есть. На тебе! Ой, не понял. Копье отлетело от него. Он убежал. Но он же, по идее, должен сдохнуть. Потому что, наверное, истекает кровью. О, косточки. Разбросал здесь. Это, наверное, осталось от туземца. Здесь еще и валяется ножик. Где наши хомячки? А где кабанчик? А вон кабанчик. Давай-ка, а лук, стрелы. Слушай, как-то быстро уходит. Он очень быстро уходит от меня. Кабанчик, ты где? Где-то хрюкает, я не вижу. А, черт, кабанчик. Мяса и так у меня много. Но мяса на гораздо больше нужно. Кстати, что у нас по мясу готовому? Мясо готово, один кусок мяса. Здесь у нас два куска мяса как раз на утро мне пойдет, чтобы пойти за бамбуком. Так, воду. Воду напиваем. Да, бамбук нужен. Так, напился, все, 100%. Хаджуба нам еще съесть. Выкидываем косточки и продолжаем строить наш каминчик. Так, перья мне, по идее, тоже не нужны. Где наши перья? Вот наши перья валяются. Место занимает. А много у нас углей. 22 угля, можно поддерживать костер очень долго. Кирпичики. Кирпичей у нас много. Можно закончить, наверное, вот эту стеночку. Сделать каменчик и там уже поставить костер. Пускай уже там прогорает. Там пускай готовится наша еда. Но я все пытаюсь вспомнить, где можно найти бамбук поблизости. Но только на пристани, только на второй локации. И как бы ближе. Где-то тут там навряд ли. А можно, в принципе, знаешь, и побегать, и посмотреть. С утреца скушаем мяском, и мы пойдем смотреть, что и как, и где. И почем. Да, много кирпичей надо. Мне кажется, одна стенка была, это полтора корыта. Так, кажется, еще один, и все. Ох, устал ты, да? Давай, давай, бегай, бегай. О, готово. Все готово. Можно теперь сделать тут костер. А здесь можно... О, залу заберем. Эти заберем. Это заберем. А эти камни можно было, по идее, разрушить. Если, конечно, сейчас получится. Аккуратненько разрушить. О, oh, no. Напугал ты меня. Мне нужно аккуратно это дело разрушить.
А топорика у меня нету, но не беда, сейчас я сделаю новый. Так, вот, есть косточки. А, получается две. Погоди, а я хочу сделать три. А, три не получается, только две. Давай две. Так, все готово. Давай попробуем разрушить. Потому что здесь будут камни. И чтобы не мешалось, вот это построить. О! О! Все, офигенно получилось. Так, большой камень есть, большие камни нужны будут. А чтобы сделать потом... О, расцветает! Обалдеть, все. Прет, нас прет теперь. Камни, камни пригодятся. Все, сюда набросаем. Так, еще камни. Камней реально много здесь. Но мне нужен бамбук. Давай уже, наверное, в новом ролике мы пойдем в путешествие в джунгли. Искать бамбук, искать приключения. Так, все собрал. А, валяется еще. А уже на этой ноте мы, друзья, закончим. Наступает утро, и мы идем искать приключения наши. Дальше. Спасибо, что смотрел до конца. Тебе удачи и до новых роликов. Всем спасибо и всем пока.